soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the five Archstones will guide thee to the outer lands. Вы погибли, и Нексус пленил вашу душу. Вам никогда не покинуть Нексус. Да, конечно, очень обнадеживающая надпись. Но, захватывая души демонов, вы можете вернуть свою телесную оболочку. Оковы Нексуса. Уникальный предмет, от которого невозможно избавиться. Отличительный знак узников Нексуса. Его владелец остается прикован к Нексусу даже после смерти. При гибели телесной оболочки ваш дух возвращается в Нексус, увы, утратив все собранные души. И что же нам известно на данном этапе про Нексус? После смерти Нексус может навсегда пленить душу воина. Но, скорее всего, не каждую душу, а только ту, которая этого достойна. То есть Нексус является таким неким хабом для избранных душ, которые должны попытаться исцелить мир. Девушка в черном дарует нам некую силу, которая способна исцелить мир. Но что означает исцелить мир? Победить всех демонов или что-то другое? Пока этот вопрос остается открытым. После того, как мы стали рабом Нексуса, после каждой смерти наша душа будет постоянно возвращаться в Нексус, пока ее силы совсем не иссякнут. То есть, пока у игрока окончательно не сдадут нервы и он не удалит эту игру. На этапе разработки игры вообще планировалось более суровое наказание для игроков, а именно после того, как игрок умирал в физической оболочке, его душевная оболочка возвращалась в Нексус. Но если игрок не успевал вернуть себе физическую оболочку и умирал в душевной оболочке, то он уже умирал навсегда, а игра удаляла сейв его персонажа. Но позже от этого решено было отказаться, так как тогда игра превратилась бы в еще более лютый хардкор. И данное правило осталось работать разве что для NPC. Идеология Demon's Souls была в следующем. Физическое тело – это сосуд для души. Теряя этот сосуд и вовремя не восстановив его, наша душа рискует навсегда пропасть из этого мира. Но есть еще одно промежуточное звено. Это красные фантомы, о которых мы поговорим позже. Но в финальной версии Demon's Souls данное правило осталось работать только для NPC. А наш главный герой настолько привязан оковами к Нексусу, что его душевная оболочка навсегда привязана к нему, даже когда мы умираем в душевной форме. Единственное, что мы теряем, это чужие накопленные души. Но, как мы знаем, есть и обратная сторона смерти в Demon's Souls. Тело, из которого забрали душу, становится пустой сумасшедшей оболочкой, которая нападает на тех, кто этой душой еще обладает. Возможно, для того, чтобы забрать то, чего ему сейчас больше всего не хватает, а именно души. Получается, в мире Demon's Souls при смерти есть два исхода. Либо наша душа становится чьим-то трофеем, а физическая оболочка сходит с ума, либо наша душа становится узником Нексуса. Демоны, впитавшиеся большое количество человеческих душ, становятся очень могучими. И если убить такого демона и забрать его души, то мы можем вернуть себе телесную оболочку. Но это все равно не освободит нас от уз Нексуса. При очередной смерти мы опять же окажемся здесь. Поэтому большую часть игры мы будем проходить как раз в форме души, чтобы лишить себя лишних проблем. Но опять же, это относится к тем, кто смотрит этот гайд и не хочет проблем в этой игре.
Кому нужен неповторимый экспириенс Demon's Souls, то я рекомендую первый раз пройти игру вслепую, не подглядывая в гайды, либо в Википедию. Внешне Nexus выглядит как некий храм. Здесь также установлены обелиски, которые объединяют Северное Королевство Болетарию, а сами земли Болетарии являются внешней землей относительно Нексуса. И давайте познакомимся с обитателями Нексуса. И первым будет Удрученный Воин, который является символом всей серии Souls, так как в каждой части есть свой Удрученный Воин, причем даже озвученный одним и тем же человеком. Внешне он, конечно, изрядно потемнел, но что поделаешь, времена нынче такие. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls, or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria? You came for demon souls, or to save this land and be remembered as a hero. Bah, it's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here, as long as we keep slashing up demons. Судя по всему, Удрученный Воин является узником Нексуса, который потерял всякую надежду. Итак, зачем мы здесь? Чтобы спасти этот край и прославиться? Или мы пришли сюда за душами демонов, которые могут дать нам небывалое могущество? I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here in this Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you, brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. When the Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. When I came to, I was in this Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls. My candle maiden cared for me during my first days here. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. Poor, poor girl, trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. Запасливый Томас. Местный хранитель различных вещей. Настолько труслив, что оставил свою жену и ребенка на растерзание демонам, а сам сбежал. Как мы можем видеть, Томас в физической оболочке. То есть в Нексус можно попасть не только после смерти. Да, его трусливую душонку сюда бы никто, наверное, и не запер. Похоже, Томас и другие обитатели Нексуса в физической форме попали сюда при помощи как раз установленных здесь обелисков, которые связывают землю Болетарии. И похоже, женщина в черном все-таки разрешила остаться этому трусу Томасу в Нексусе надолго, только из-за того, что он приносит хоть какую-то пользу воинам, убивающих демонов, сохраняя их вещи. И в данный момент мы можем ему
выложить что-нибудь ненужное. Но на самом деле в ремастере нам облегчили задачу, нам не обязательно каждый раз, приходя в Nexus, к ним, ему что-то выкладывать. Это можно делать прямо в любой момент игры. А потом в любой момент прийти в Nexus и забрать свое имущество. Делается это следующим образом. Допустим, у нас появляется что-то очень сильно ненужное в данный момент, и мы хотим положить это на склад Томасу. Выбираем нужный нам предмет, и здесь появилась опция «В хранилище». Выбираем, сколько штук нам нужно отправить в хранилище, и это попадает Томасу. В оригинале это можно было сделать только непосредственно подойдя и передав это Томасу. Здесь это можно сделать из любого места в игре, может, каким-то образом телепортируя эти предметы. Да, это не совсем логично, конечно, но это работает. И здесь внизу мы можем видеть огромное количество сообщений от разработчиков. Это очередные подсказки о механике игры. Без стойкости щит бесполезен. При атаке, блокировании щитами и беге расходуется стойкость. Также вы в любой момент можете нажать старт и перейти в меню помощи, чтобы более подробно посмотреть, как это все работает. Если шкала стойкости пустеет, вы не можете выполнить эти действия. Если ваши характеристики недостаточно высоки, оружие будет бесполезно. Когда вы перегружены, вы двигаетесь крайне медленно. Если держите оружие двумя руками, ваша сила увеличивается на 50. Ну, кстати, полезный совет. Также не только сила ваша увеличивается, но и требования к оружию. Если оружие требует, допустим, 20 силы, а у вас всего 15, то вы можете взять оружие в две руки, и тогда вы сможете пользоваться полноценно этим оружием, снизив его требования в полтора раза. Если держать оружие двумя руками, можно с легкостью пробивать защиту врага. Чтобы использовать заклинания и чудеса, вы должны их изучить. Ну да, логично. Вы не сможете использовать выученные заклинания и чудеса, пока не запомните их. Да что ж такое-то? Запоминать можно ограниченное число заклинаний и чудес. Да, для этого как раз и есть слоты для заклинаний. Чтобы использовать магию, нужна палочка. Для использования чудес нужен талисман. Да, для использования чудес и магии нужны различные катализаторы. Но есть катализаторы универсальные, которые можно использовать как для чудес, так и для магии. Позволяет оставлять сообщения. Ну, в данном случае я не в сети и не могу оставлять никаких сообщений. У меня эта функция недоступна. Сообщения нужны, чтобы делать подсказки другим игрокам, которые находятся в сети. Эти сообщения отправляются в другие миры. Следите за склонностью душ населяющих мир. Ну, не совсем понятно, о чем речь, но если нажать старт... Склонность мира. Скорее всего, это тенденция. Духовное состояние мира может меняться, если мир склонен к свету, сила демонов слабеет. Если мир склонен к тьме, демоны обретают могущество. Да, это тенденция. О тенденции я расскажу немножко позже. Очень важная механика в Demon's Souls, которая в дальнейшем не прижилась в серии Dark Souls. Если мир склонен к тьме, демоны становятся опаснее. Если мир склонен к свету, сила демонов тает. Если коснуться кровавого пятна, оставленного другим воином, вы видите, как он умер. Да, то есть, если опять же вы играете по сети. Если коснуться своего кровавого пятна, вы вернете потерянные в момент смерти души. Когда вы умираете, на место гибели остается кровавое пятно. Бледные тени, воины из других миров, столкнувшиеся с теми же испытаниями, что вы. Опять же, сетевой элемент, то есть иногда, когда вы играете по сети, если в этот же момент, в этом же месте где-то пробегает игрок, то вы в какой-то момент можете увидеть его силуэт. Как бы такой бледный фантом. Кузнец может починить износившееся оружие. Да, кстати, это очень полезно. Когда прочность оружия уменьшится, атаки становятся слабее. Да, когда прочность оружия падает, по-моему, меньше 30%, ваше оружие начинает наносить меньше урон. В форме души ваше здоровье сокращается вдвое. Да, как вы могли заметить, после того, как я умер и стал в форме души, у меня стала половина жизни. И пока я не приобрету физическую форму, у меня так и будет оставаться половина жизни. То есть даже если я сейчас использую травы, строчка жизни не восполнится. Выполнив успешное парирование, вы можете нанести ответный удар.
Ну, это мы уже все знаем. И у нас здесь очередной важный персонаж. Это, как вы могли догадаться, кузнец, который, как ни странно, не кует. Обычно все кузнецы в Dark Souls, они что-то куют. You new here? Are you here for my services? The name's Baldwin. I'm just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons. Or forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, eh? Да, души здесь, можно сказать, местная валюта. Так как души в Demon Souls очень ценная вещь. Мало то, что они дают великую силу, так они еще и не дают окончательно потерять рассудок вам и другим обитателям этого мира. Болден говорит, что есть еще один кузнец. Ну, в принципе, это классика. Всегда должен быть еще один кузнец, который должен быть круче, чем стартовый кузнец. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. Болдуин, конечно, может нам улучшить оружие, но помимо душ им еще и нужны различные ингредиенты. То есть, чтобы улучшить рапиру до плюс один и увеличить ей урон, нам нужны осколки острого камня и 400 душ. В данный момент мне хватает для того, чтобы улучшить мою рапиру, но я этого не буду делать, так как я недолго буду пользоваться этой рапирой. Также мы можем улучшить щит. Для этого нам нужны осколки твердого камня. Это увеличит его физическую атаку и устойчивость к пробиванию, но не намного. Также он пройдет кое-какие предметы. Это трава полумесяца, свежие пряности. Ароматные пряности, помогающие очистить разум, используйте, чтобы восстановить небольшой объем маны. Очень полезный предмет для мага. Стоимость 350 душ, не самая низкая стоимость, которую можно найти. Есть продавцы, которые могут продать этот предмет дешевле, хоть и не намного. Роскошь для знати и предмет первой необходимости для волшебников. Точильный камень Эда. Точильный камень Эда, кузнеца из каменного клыка, восстанавливает прочность изношенного оружия в правой руке. То есть, заметьте, этот точильный камень придумал не Болдуин, а Эд, то есть другой кузнец, о котором говорил Болдуин. Расколотый камень Ока. Загадочный камень, мешающий восстанавливать здоровье. Бросив его, можно создать обширную ауру. Но на самом деле в PvE этот камень не особо нужен. Для тех, кто не знает, PvE — это когда игрок играет против самой игры. Но есть еще и PvP — это когда игрок играет против другого игрока по сети. В данном случае мы играем в PvE, и использовать этот камень как минимум расточительно, потому что он стоит 2800 душ. Еще он продает 4 оружия. Обыкновенный кинжал, рубящее оружие, которое наносит огромный урон незащищенной плоти, но не очень эффективен против металлических доспехов и твердой чешуи. Кинжал наносит максимальный урон после парирования, но еще лучше вонзать их в спину. Да, кинжалы, конечно, эффективны при использовании бэкстебов, либо после парирования, но все-таки не особо я рекомендую их использовать, так как это оружие очень слабое. Короткий меч. Небольшой прямой меч. Прямые мечи – простое, но универсальное оружие, которое можно использовать в бою против самых разных врагов. И если посмотреть, у короткого меча и кинжала есть сразу два типа атак. И это обусловлено тем, что когда вы бьете обычной атакой, то есть простой атакой на R1, то тогда вы будете выполнять обычную атаку. Как я и говорил, это универсальная атака, которая не даст вам никаких особых преимуществ перед врагом, но и никаких негативных бонусов вы тоже не получите. Это такая универсальная атака, которая будет, ну, более-менее подходить против всех. Здесь, в принципе, так и написано. Простое, но универсальное оружие. Но чтобы наносить максимально возможный урон против определенных врагов, все-таки лучше
использовать определенное оружие с колющим, либо рубящим, либо дробящим типом урона. И как раз вот у короткого меча есть еще и колющая атака. И если вы будете бить клавиши на R2, то есть сильной атакой, то короткий меч будет наносить именно колющую атаку. То же самое касается и кинжала. Также он продает обычный топор, универсальное оружие, которое можно использовать в бою против самых разных врагов. Как следует, замахнувшись, можно провести этим оружием эффективную атаку, которая наносит увеличенный урон. То есть в плане оружия Болдуин нам предлагает купить различное оружие с разными типами урона, но покупать его нет никакого смысла, так как это оружие мы можем найти и по ходу игры. Единственное, что обязательно нужно будет у него купить, это щит Экю, металлический щит среднего размера, из-за простоты в использовании распространен среди воинов веры. Самая главная фишка этого щита — то, что он блокирует 100% физический урон, то есть если вы вовремя будете блокировать, то физический урон вам не будет носить вообще никакого ущерба. Также у него неплохая защита от пробивания, хорошая защита от огня. Единственное, что у него посредственная защита от магического урона, ну, для этого можно в определенных случаях носить либо другой щит, либо просто не попадать под магический урон. Этот щит мы обязательно купим, но сейчас мне его покупать нет никакого смысла, потому что он требует 11 силы, у меня в данный момент 9, и пока что никаким образом я эту силу повысить не могу. Также Болдуин продает стрелы и болты, но, к сожалению, не продает лук, поэтому нам они сейчас абсолютно бесполезны. За каждую стрелу он требует 20 душ, что далеко не самая выгодная покупка. Обыкновенная стрела, для стрельбы нужно экипировать лук и стрелы одновременно. Наносит колющую атаку, конечно же. Урон 70. Никаких дополнительных эффектов не имеет. Болт. Обыкновенный арбалетный болт. Чтобы стрелять болтами, нужен арбалет. Арбалета у нас тоже нет. Наносит меньше физический урон, но преимущество болтов то, что они летят дальше, чем стрелы. Да, также у него, кстати, можно починить снаряжение. Ну, можно ради приличия просто починить рапиру. Извини, Болдуин, пока что мне ничего от тебя не нужно. Дело в черном, которую мы видели в заставке недавно. К сожалению, мы здесь ее пока что не наблюдаем. И у нас здесь есть еще один персонаж. Это женщина, которая верит в Бога. Местный, так сказать, клирик. О, мой, как это произошло? Бог оставил нас для короля Аланд, failing to show proper respect? О, Мбаса. И вместо того, чтобы восславлять солнце, клирики здесь восславляют какого-то Умбасу. Бог, о котором она говорит, это, скорее всего, создатель этого мира, который в первый день наделил людей душами. А также, чтобы люди сильно не расслаблялись, во второй день он создал демона, который мог пожирать эти самые души. Об этом намекают в самом начальном ролике в игре. Пока что она одна, но, как мы знаем по серии Souls, клирики в одиночку редко ходят. Поэтому в скором времени мы повстречаем здесь еще несколько клириков. И пока что здесь никого больше нет, с кем бы можно было поболтать. Но кое-что есть, что можно еще собрать. Заодно немножко прогуляться по Нексусу. Здесь у нас висит такая интересная статуя, снизу она перевернута. По всему Нексусу мы можем видеть огромное количество зажженных свечей. И со слов Томаса, именно девушка в черном поддерживает их горение. Так что она в какой-то степени самая первая хранительница огня в серии Souls. И если попытаться подняться на самый верх, здесь, кстати, можно
очень быстро переключаться между несколькими своими сохраненными профилями, если они у вас есть. А дальше наверх в Nexus нам не дает подняться вот эта решетка. Скорее всего, Дева в черном находится сейчас именно там. И здесь мы можем наблюдать сверху вот такую вот огромную статую с мечом. И если посмотреть вниз, то можно увидеть он там вдалеке предмет. Также подобный предмет есть и с этой стороны, и чтобы его взять, нужно немножко поиграть в скалолаза. Ну, умирая в Nexus, мы особо ничего не теряем. Поэтому ничего страшного, если даже мы упадем. Переломаем все ноги. Да, гравитация здесь не такая жестокая, как в Dark Souls. Да, и здесь мы видим незадачливого путника, который либо сорвался, либо намеренно от безысходности покончил жизнь самоубийством. Душа прославленного воина. Давайте поднимемся еще раз наверх, чтобы забрать второй предмет. Хотя это можно сделать и потом, но давайте уже сразу сделаем, чтобы потом к этому не возвращаться. Возможно, потом я и забуду. Это, в принципе, тоже расходник. Ничего особенного он из себя не представляет, но лишним... Как минимум, он не будет. Так, осторожно. Да, вот это тут я немножко не так, наверное, сделал. Хотя, в принципе, если... Да, как я и говорил, с гравитацией здесь все нормально. Трава Новолуния. Кстати, новая трава. Можно о ней немножко почитать. Как можем видеть, у нас уже аж целых 4 типа трав. И как раз трава Новолуния — это самая мощная трава, которая восстанавливает полностью наше здоровье. Пожухлая трава Новолуния долгое время выдерживала капризы переменчивой погоды. Вешает 3, то есть 1,5 за штуку. Да, вес они здесь, конечно, добавили прилично. Да, кстати, я забыл еще прочитать материалы для апгрейда. Осколок твердой руды позволяет укрепить прямые мечи, топоры, молоты. То есть здесь осколки разделили еще и по типам оружия в Demon's Souls. Слава богу, в дальнейшем осколки титанита подходили для апгрейда любого оружия. Ну, разве что, кроме уникального. Простейшая руда, которая улучшает основные достоинства оружия. Твердой рудой можно укреплять оружие до 10 уровня. Это я рисковал на самом деле, потому что падать на NPC не рекомендуется. Может таким образом нанести им урон, что может привести их в бешенство. Но разработчики об этом позаботились. И по идее, если мы даже сагрим на себя какого-либо NPC, и он перестанет с нами торговать и будет нас атаковать, то можно при помощи этой статуи, ну, в дальнейшем опять же попросить прощения. Правда, за это потребуются души, но... Это лучше, чем ничего. Ну что ж, нам, похоже, пора отправляться в путь. Больше в данный момент нам в Нексусе делать нечего. Единственное, что посмотреть на вот эту зияющую дыру, которая опечатана некой магической печатью. И пока что нам доступен только один обелиск. Обелиск Алчного Короля. Как вы уже могли догадаться, этот король и есть Алан XII. Огромный каменный замок в сердце Болетарии, Северного Королевства. Голодные солдаты, лишенные душ, нападают на тех, кто осмеливается войти внутрь.
а неподалеку поселились ужасные драконы.